я играю мой старый репертуар. И старого репертуара сейчас у нас Кавказский меловой круг. Мы в месяц так 4-5 раза, так сказать, играем этот спектакль. Я с удовольствием играю свою роль Аздака. Когда люди хотят, так сказать, идут на спектакль, и тебе хочется играть, правильно? Мне 69 лет сейчас, да? Посмотрим, как будут силы. Пока все нормально. Ну, если буду здоров и жив, я, наверное, сыграю еще пару ролей с удовольствием.